الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал в своем хадисе, смысл сводится к следующему, что тот, кто будет поститься в день Ашура, это будет искуплением грехов прошлого года. И посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, постился в этот день. И в хадисе сказано, что он сказал, что если он доживет до следующего года, что он будет поститься и 9-го, и 10-го числа месяца Мухаррам. Есть и такие сведения, которые утверждают, что соблюдение поста в день Ашура изначально было фардом, обязательным для мусульман, пока не был возложен пост в месяц Рамадан. А с того года, как был возложен месяц Рамадан на эту умму, обязательность поста в день Ашура была отменена. Почему же такая степень у этого поста? В чем же заключается суть 10 числа дня Ашура? За много тысяч лет тому назад, когда пророк Муса, алейхиссалям, призвал свою общину, и в том числе фараона, к единобожию, фараон объявил войну пророку Мусе, алейхиссалям, и его последователям. И в этот день, именно в этот день, произошла великая победа, победа сил единобожия, силы мощи Всевышнего Аллаха над мощью деспота фараона, когда преследуемый фараоном Муса со своим народом, со своей общиной, приблизились к берегу реки, и он устремился в эту реку, там явилось чудо Всевышнего Аллаха, в котором Всевышний Аллах спас Муса, алейхиссалям, и его общину от фараона. И фараон стал знамением Всевышнего Аллаха, мощи Всевышнего Аллаха, свидетельствующим и по сей день. И это произошло в день Ашура. И когда посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, после совершения хиджры в Медину, обнаружил, заметил, что иудеи Медины постятся в этот день. И когда он поинтересовался, спросил у них, почему они постятся в этот день, сказали, что они ответили, что этот день, в котором спасся их пророк Муса, алейхиссалям. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, с подвижником сказал, мы ближе них к Мусе, алейхиссалям, и мы будем поститься в этот день. День Ашура, день спасения пророка Мусы, алейхиссалям, от фараона, это день, в котором постился пророк Всевышнего Муса, алейхиссалям, в благодарность Всевышнему Аллаху за спасение от деспота фараона. И поэтому с того дня, как посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, призвал своих сподвижников поститься, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сам постился и призвал нас всех. То есть пост в этот день является желательным для нас. Относительно поста в день Ашура есть три способа, то есть три вида. Самый совершенный, наилучший способ поста дня Ашура – это поститься и 9 число, и 10, и 11. Второе – это поститься 9-го Мухаррама и 10-го Мухаррама. И третья степень – это когда ты постишься только в день Ашура, что также будет желательным. То есть мы вправе выбрать одно из этих достоинств. В любом случае, тот, кто будет поститься только в день Ашура, тоже исполнит, он тоже будет следующим за посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, и иншааллах, если этот пост будет соблюден в надежде на награду от Всевышнего Аллаха, иншаллах, Всевышний Аллах простит грехи этого раба, грехи прошлого года этого раба.
да сделает нас Всевышний Аллах из тех, кому Всевышний Аллах простит в этот день и даст нам здоровья и долгих лет жизни встречать подобные события, подобные посты ежегодно. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.